ребята, мы пойдем на почту. Ребята, я вам не буду снова показывать свои подарки. Видите, то, что у меня сейчас голос изменился. Мы зайдем на почту, и я вам покажу свой новый подарок. Потом мы будем ходить вот... Зайдем вот в эту локацию. Вот в эту локацию. Вот в эту. Вот это мой дом. Ну и вот здесь купим одежду. В парикмахерскую мы пойдем. Так, ребята, давайте сначала на почту пойдем. Мне там просто новый костюмчик прислали. Я его с собой возьму. Извините, то, что я вам уже все рассказала. Даш. Это там на улице машины ездят. Вот. Сейчас так. Вот я. Извините, ребята, то, что у меня вот другие мои. Так, вот. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дайте свой номерок. Вот, знаете. А, проходите. Спасибо. Конечно же, вы видите, то, что у меня здесь подарков нету. Так. Пам-пам-пам. Ну, такой вот у меня прикольный костюмчик появился. Он мне очень нравится. Я с собой еще возьму вот такие. Вот. Такой, да. Ну и здесь вот такой вот. Сейчас я выберу. Вот такой вот. Теперь выходим. Я зайду к себе домой. Так, извините за шум там. Итак, ребята, как вы видели, я уже дома. Может, вы подумаете, так, ну... Пум-пум-пум. Сейчас, ребята. Так, ну вот, все. Сейчас я положу свою одежду. Так, вот это... Еще моя любимая одежка. Блин. Что это? Вот это мы сейчас... вот сюда. Вот сюда положим. Зачем вот сюда? Ребята, сейчас я переоденусь. Так. Немного прибраться здесь. Ой, мои книжки упали. Так, сейчас. Так, ребята, дальше продолжаем. Извините, мне надо было кое-что там. Забеспокоили меня там. Мне надо было отойти. На пару секунд. Так. Ну и в таком вот обычном нарядике. Сейчас. Сюда надо вот это убрать. Сюда киселек вот этот. Сейчас пирожок. Я вот пирог скрою вот сюда. Аккуратнее. Уем, чё за... Офигенно. Так, ну ладно, сейчас вот попкорн я вот сюда уберу. Так, вот приставку вот сюда. Так, ребята, пам-пам. Я сейчас уберу вот этот вот. Ах, ну, вроде все чисто. Так, ребятки, я вам обещала, что мы пойдем в театр. Да, ребята, мы пойдем. Но я одену совсем другой костюмчик. Вот такой прикольный. Так. Ай, мой ободок. Все, теперь идем в кафе. В кафе идем. Увидели это, извините, что вам пришлось это увидеть. Потому что я захотела, чтобы этот, чтобы дом Рит и стал мой. Вы должны меня понять, как бы такой не такой уж и профессиональный, так вот сюда. Пойдем. Интересно, вот здесь вот можно создать свой костюм или нельзя? Это прям интересно. Сейчас.
Вот я. Так. Там. О, Лиза, привет. О, привет, Настя. Ой, крем. Да, Настя. Я тут забыл твое имя уже. На самом деле, в реальности меня зовут не так. А ты что здесь делаешь? Ну, вот Суша пришла поесть. А кто это? Ну, это, короче, моя подруга. Ты тут тоже собиралась уходить. Ну, пока. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуй, дедушка. Ты беременна или нет? Просто беременна. Если беременна, нельзя. Нет, я не беременна. Просто у меня такой комбинезон. От мамы остался комбинезон. А сколько у вас стоит? 5 рублей. Ладно, ладно. Это еще была советская фигня. Ах ты, недорого. Так, это, наверное, уже современное такое время. Она там кормит совсем недорого. Прям так недорого. Ну ладно. Время есть. Спасибо, до свидания. До свидания, девушка. Так. Ой, здравствуйте. Здравствуй, девушка. Вот на тебе два супчика. Ты скажешь, какой тебе больше нравится. Ладно, сейчас. Этот перчик. Ой-ой-ой. Горячий. Все спустило. Фух-фух-фух-фух. Ну, я считаю, что вот этот вот другой вкуснее, чем вот с перчиком. До свидания. О, привет, Настя. Ты что, тоже ждешь? А мне... Вот это, хотя не... Да, жду. Да уж. А, здравствуйте. Да, здравствуй. Вот на. Да, я как раз эти заказывала. Спасибо. Пожалуйста. Мне нужно 2 бургера. Вот здесь. Так вот. Вот еще надо бесплатно, на бесплатную колу. Ух ты. Вот у меня тоже. На бесплатную. Сейчас. Не, спасибо, пожалуйста. Да, конечно. Да, уж хорошо. Ну так. Вкусненько. Ой, забыла кое-что, кое-что забыла. Мне вот это надо взять. Спасибо. Спасибо. Так. Все, пошли. Спасибо вам огромное. Ой, блин. Блин. Можете мне, девушка, пожалуйста, позвоните? Да, хорошо, конечно. Ладно, так. Вот, ну, так. Короче, это вам телефон. Да. Ладно, спасибо. Все. Ну ладно, пошли. Пошли.
Ух ты. Бей-би-би. Доченька, ну поешь, пожалуйста, моя. Такой себе. А можно мне пиццу, пожалуйста, упаковать? Пошли. Ух ты. А себе вот этих все три. Кстати, у меня сегодня день рождения. День рождения точно. Ла-ла-лам, хам-бам. Ой, знаете, букет. У меня, кстати, сегодня день рождения. Вот, знаете, вам все бесплатно. Ура! Шикарно. Так, ну все, так. Так. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Все, пошли. Пошли. Где я домой пойду? А моя подруга, не знаю куда. Так. Ну я домой как бы иду. Если это долгое видео, то извините. Так, да уж, долго оно длится. Ну это мой день как бы. Это мое уже, мое утро уже прошло, да? А сейчас идет день, как бы. Ай-ай-ай, мы тут. Так. Все, теперь иду на кухню. Ай, я, блин. Сейчас, ребята. Кстати, следующее видео я буду переезжать со своего старенького домика. Я перееду в свой новый дом. Вы главное. Думайте, не рассуждайте. Почему я переезжаю? Потому что я хочу жить где-нибудь в другом месте. Итак, ребята, вот здесь пока. Хабитею тую, как говорится. Пакет мусор. Так. Я много чего здесь набрала. Ох ты. Моя батарея бесплатный телефон, точно. Так, две пиццы. Ну, один пакетик здесь оставлю. Итак, ребята, сейчас я перекушу, и мы будем идти дальше. Так, давайте кушать. Ой, что? Ой. Так-с. Сейчас, ребята. Как вкусно было. Ладно. Вот. Так вот, сейчас. Все, теперь иду переодеваться. Я одену совсем другой костюмчик. Я делаю вот такой прикольный костюм. Теперь я пойду. Вот, ребята. Извините, то, что у меня такая долгая загрузка, как бы. Мы побывали уже. Так, на старт. Мы за одеждой не пойдем. Ну, пошли в кинотеатр. Так, сейчас. Вот это да, какая очередь выстроилась. Ладно. Так, можно мне, пожалуйста, попкорн и запивку? Да, конечно, проходите. Так, дальше. В конце очереди. Так, все уселись? Да, все.
Так, ну еще 5 свободных мест, ну ладно. Так, началось представление. Видит средневековая красавица, заблудшего путника. Она спрашивает у него: ты что здесь делаешь? Он ей отвечает: я здесь тут заплутал, пришел в нашу деревню. Нужен мне волшебный листок. Я сейчас схожу в замок и принесу тебе, покажу, может, это он. Пошла в замок. Это они? Да, это они. А на что ты их обменяешь? Спрашивает девушка. А на что? Можно? На ветку самого редкого дуба, который находится в заблудившемся лесу. Понятно. Отправился он туда. И видит он у каменного мальчика эту ветку. Закончилось представление. Спасибо. Все теперь все свободны. Расходимся. Идем все. Идем, не задерживаемся. Ладно, я иду. Спасибо вам огромное. Так. Дома. Так, ну я дома. Маме сейчас я отнесу. Чипсики вот сюда поставлю. Сейчас пойду на балкон. Ой, уже ночь наступает. Ну ладно. Спокойной ночи, киса. Ладно, поспи. На этом и закончился мой день.